Студенческие отряды – это в первую очередь официальное трудоустройство для студентов по различным направлениям, чтобы у ребят уже сейчас была возможность попробовать себя в той или иной деятельности, не опираясь на свою профессию, по которой они обучаются. А куда чаще идут? Вожатые, конечно же. Вот, ну, у нас есть направление педагогическое, это вожатые, строительное направление, потом отряды проводников, сервисное направление, медицинское направление, сельскохозяйственное направление. В общем-то, очень-очень много вариаций, куда можно пойти поработать. А в чем ваша миссия заключается? Моя миссия заключается в том, чтобы набирать этих ребят совместно с моими командирами отрядов, вот, как-то помогать им в обучении, вот, ну и, конечно же, в дальнейшем отправить на их первую или уже не первую целину, вот, для того, чтобы сделать свое лучшее лето. Ранее за кулисами говорили, что 2 месяца уже не спите, настолько кипучая работа? Ну, работа, учеба, все это вместе, так как, да, сейчас как раз-таки началась неделя, когда ребята будут уезжать по всем направлениям работать, и от этого, конечно же, уже очень сложно, но справляемся совместной командой. Тот проект, в рамках которого мы сегодня здесь собрались, довольно масштабное мероприятие. Наш университет проводит подобный проект, реализует подобный проект в 3-й раз. 3 года подряд мы являемся победителем в конкурсе молодежной организации «Российские студенческие отряды». И в текущем году у нас беспрецедентное количество обучающихся по различным направлениям. Всего в текущем году по 3 контрактам с центральным штабом в городе Москве у нас порядка 680-690 обучающихся. Я пришла сюда, чтобы обучаться на вожатого, дабы получить огромный опыт, новые эмоции и новые знакомства. Чему уже научили интересного? Было очень весело заниматься на практических занятиях, так как нам рассказывали интересные истории, которые происходили с вожатыми, которые сейчас обучают нас. И также интересно было с психологической точки зрения слышать о детей. Для меня это решение было принято еще очень давно, в классе в 7-м, наверное. Во-первых, у меня мама педагог, и я наблюдала за преподаванием, наверное, с детства. Так сложилось, что в начальных классах мне удалось побыть в пришкольном лагере. Я увидела, как интересно это все проходит, как интересна работа вожатого со стороны. Я, в отличие от многих, не была в каком-то таком крутом лагере. Как мой опыт ограничивается именно школой. И в 7-м классе, по счастливому стечению обстоятельств, я смогла побыть вожатой. И это был, наверное, самый лучший опыт работы с детьми у меня. Потому что, да, у нас была разница в возрасте 4 года, но при этом это были колоссальные эмоции, когда ты видел вот эту отдачу от детей, когда ты не спал до 3 часов ночи, чтобы выписывать мероприятия, когда ты шел в магазин, там тратил деньги на какие-нибудь конфетки, бумагу, чтобы вырезать, что-то проводить. Приходил, вставал в 6 утра, шел в этот лагерь, приходил, встречал, и вот это вот все происходит. И последний день смены, как бы, и дети в слезы, и ты в слезы. У меня был опыт работы экскурсоводом, и я тоже видела вот эту отдачу от детей, вот эти светящиеся глаза, когда ты им говоришь элементарные вещи, они смотрят на тебя с таким восторгом, и я, наверное, нигде от людей не видела такой отдачи, как во время работы с детьми, поэтому мне и хочется быть вожатой. Я думаю, из вас выйдет очень крутой вожатый. Работать, чтобы расти!